Вот утро ранее, 26 августа 2019 года, понедельник. Небо чистое, ласточки летают высоко, отдыхают на проводах везде. Вот наша соседка Минаева Люба пасет своих бычков, держит вот три бычка. Вот уже второй год, большие бычки. Володя идет, я голубей покормил. Тут начинает качать. Володя носком качает. Снимает, не знаю почему. Как она ослабла за одну ночь. Ведерко-то ее? Нет. Нет. Ты спросил, да? Вот готовимся еще раз на второй мостик. И если только там меньше 16 карасей, переходим на Рыжковси. Я говорю о своем желании хотя бы раз там бреднем зайти, где чистое дно. Узнать, какой гальян, сколько. Любознательность должна быть у нас. Ну, конечно, она и спать некогда. Она наблюдает за ними. А вот сегодня какие большие. Бычки-то большие, ее едва видно из-за бычка. Здоровые, крепкие. Еще не выгоняют, а она выгнала. Выгнала за полчаса пораньше. Или сколько. Они набирают вес. И к осени будет готовая скотина. Ничего не сделаешь, так принято. До времени пришествия Христа скотину будут убивать. Это голубятин номер один. Белые голуби тут у меня атакуют. Тут они живут, а сами они сюда. Я туда не стал кормить. Кормить в одном месте только. Кормить вот у Володи на крыше там. Вот так. С собой что взяли? Ведро, подушки, весла. Все. Я утром выхожу, когда, а ничего не видать. А они впереди меня, белые-то, несутся. Я их в темноте вижу. За ними следую. Ну, с одной стороны качали, со второй. Благослови Анатолия Петровича. Который Хромов помог нам. Директор резинотехнических изделий Арты и Барнауле. Это вот называется голубоглазка. Глаза синие-синие, как вот она как. О, понюхала и сразу бросилась бежать. Видишь, как она узнала, что запахнет. Вот. Рыжий идет. Он почему-то, у него хвост такой длинный, как у гепарда. И бегает он быстрее всех. Это наш маленький гепард. Ну, все ждут. Есть там на пирсе, разгружают рыбаки рыбу, а кошки рядом сидят. Ну, то ли их наставили так, или на самом деле видел. Полно. Ну, сидят в ряд кошки-то, толпа. Ну, ждут, там бывает что-то где-то маленькая какая-нибудь медуза. Да, вот с берега вижу, что сеть сняли. Значит, меньше 16 карасей. Договорились, уходим со второго мостика до следующего года. Вот они плывут, подплывают уже. Ну, ничего не сделаешь. На Рыжковске поставить теперь. И потом на Комогориху лагерь. Не можете никак правильно подплыть, а? Молодцы, удалые. Задом уперлись. Видишь, ты сейчас в воде будешь, а так-то ты подошел, как положено-то. Один гребет,
уже явно другой не успевает, а все равно гребет, не оглядывается, а уже боком. Ну, куда я пойду? Там не пойду никуда. Вы приплываете-то к пирсу, а не в море. Мы из-за этих, во, чтобы они не уперлись. Ну, может, подать было сначала мне их, я бы взял. А мы не разрезали их. Там сеть запутана. Одна только, вот это возьми. Давайте. Такие я потом подберу. Хорошая палка. Ты не вылазь, я сейчас отрежу. Теперь вам надо что? Или вылазь, но не может. Давай держать. Там все сделаем, набери. Не запутайся только. Палка длинная, хорошая. Надо на петельку завязывать, узелок и петелька. Так, уходим со второго мостика, а вот эта плотина. Последний раз я веревки тянул вот с этих свай. Вот. Вот у него сваи. А дальше уже нельзя, тут кусты. И вытянул туда. Вот эту кильку это и нашли. Все, я знаю. Так а этот, сеть-то снимать надо? Вы вторую сеть-то снимите и пошли. Или забыли? Ну ладно. Белый пошел. Топ увидал что-то. А что там? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 голов крупного рогатого. Вы кошек-то будете кормить? Еще повернусь тогда уже. Сейчас уже никак. Так надо было кашу мне убрать тогда. Да. В холодильник поставить. Сейчас некогда, мы едем. Потом будет. Когда кошки бегут все, а рыжий станет поперек, и каждый, который пробегает мимо, он лапой по морде бьет ее. А нет, быки большие, испугались. Они прямо сюда идут. Слава Христу. Доброе утро. Доброе. Хорошие у вас телятишки. Есть тёлочки, бычки. Бычки, этот залез под машину. Как только раздастся звук, он сразу убегает. Вот такое прекрасное утро. Вот этот котенок у меня родился слепой, долго был, совершенно слепой. Выйдет, входит уже и в коробку обратно залезть не может, промазывает мимо. Я ему святой водой каждый день глаза промывал. И вдруг глаза открылись, красивые такие, голубые зрачки. Сейчас ходит ничего. Белый, вот он как, он знает его звать как. Белый хороший, а? Да хороший. Увидал Володя. Дай голос ему, чтобы не убежал. Все. Ой. Все. Доброе утро. Доброе утро. Скотинка какая хорошая. Вот мы едем. Ой, ой. Это все утро продолжается. Вот день какая.
вообще. Еремея там погнал. Доброе утро, Еремея. Ой, алабай прибежал. А там Терентий идет. Ну все. Строит зерносклад. А то у него тут такая... Доброе утро. Вот Владимир, едем с рыбалки. Доверил ему свою машину. Учится водить потихоньку, у него неплохо получается. Сзади там Игнат Тихонович. Скорость 10 километров в час. Там второй мостик. Сейчас мы к первому мостику подъезжаем. Как, Володя, нравится тебе за рулем? Не знаю, не распробовалось. Не распробовалось. Мало даем тебе ездить, да? Да. А на чем больше нравится? На Зиле или на Ниссане? На Ниссане, конечно. А почему? Эти стекла-то опустите, чтобы видно было. Может повернуть, снять. А что-то нажать? А вот здесь я не могу его опустить. На дороге. Вот тут опять. Покажи. Уточки опять. Утки, я вас предупредил. Уже сегодня 26-е. Еще меньше недели и вас не будет. Улетайте. Приедут голодные люди из города, будут вас стрелять. Резко тормозишь. Просто удерживай. Что-то я уток поймать не могу на камеру. На гору, покажи, как он поднимается. Вот, сразу видать, как 20. Взлет разрешаю. Да, ладно, ох. Вот, 30. Все, да. Давай. Выключаю? Да, конечно.